Итак, здорово, чуваки. Сейчас я вам покажу фокус и расскажу, как его делать. Фокус довольно простой, но эффектный. Для него используется обычная колода карт. Можно использовать абсолютно любую колоду. Итак, попросим моего ассистента выбрать любую карточку. Показать ее на камеру, но мне не показывать. И теперь засунем эту карточку в любое место в колоде. Как вы можете видеть, никаких брейков, ничего. То есть я никак не запоминал местоположение этой карты. Карта выбрана случайно. Итак, сейчас попросим моего ассистента досчитать до трех. Раз, два, три. И буквально прошло 3 секунды, и совершилось чудо. Смотрим колоду. И единственная карта в ней перевернута. Надеюсь, что это ваша карта. Да, это та карта. Итак, сейчас я расскажу вам, как делать этот фокус. Все очень-очень просто. Берем обычную колоду и последнюю карту в ней переворачиваем. На этом подготовка завершена. Итак, как видите, у нас теперь с двух сторон колоды карты лежат рубашками. Просим зрителя выбрать любую карту. Совершенно не важно, какую он выберет. Он ее запоминает, а пока он это делает, вы собираете колоду в кучку и переворачиваете ее на другую сторону. То есть теперь она лежит вот так вот. Все карты перевернуты, кроме одной. И теперь он засовывает в колоду карту, которую выбрал сам, в любое место, неважно в какое. Она действительно никак не запоминается, никак не отслеживается. И, собственно, фокус-то уже и совершился. Как видите, карта зрителя единственная в колоде перевернута. Теперь убираем карту за колоду за спину, и за спиной мы переворачиваем последнюю карту. То есть переворачиваем карту и переворачиваем колоду, чтобы она лежала у нас теперь нормально, чтобы нам не спалиться. И просто разворачиваем ее. И карта будет, зрителя будет перевернута. Ну, я думаю, обучение вы поняли, все понятно. На сегодня все. До свидания и тренируйтесь. Да скатилась по зале убитых песен, да мне нечего терять, мир так тесен, дай-ка, брат, тебя обнять.